то я попросил своего доктора здесь, чтобы она мне пояснила, где можно найти. Она мне сказала, что в Виннисе медицинский центр. Там очень хорошо делают, там люди внимательные в центре, специалисты хорошие. После операции я чувствую очень хорошо. Правый глаз, что я делал, стал 1,8-1,9. И левый глаз остановился, эта болезнь. В общем, все хорошо. Отличное зрение.